Хабаровск признали худшим городом России по качеству жизни в своей категории. Согласны ли вы с этим и почему? Нет, не согласна. Хороший город. Очень чистые, добрые, люди добрые, отзывчивые. Всегда помогут подсказать, куда пройти. Цены, в принципе, нормальные, приличные, доступные. Дороги не чищены. Единственное, чуть-чуть. И все, а так, в принципе, все устраивает. Сразу повысили, энергоносители повысили. И все, отсюда все и цены у нас выросли. Вот и все. И жить не на что, действительно. Покупательская способность у людей упала. Посмотрите, сколько магазинов закрылось, мелких предпринимателей. Вот и все. Поэтому и худше, я согласна абсолютно. Хорошо там, где нас нет. В каждом городе есть свои плюсы, свои минусы, недостатки. И все люди тоже разные. На вкус и цвет тоже товарищей нет, поэтому нельзя так говорить. Недостатки, наверное, больше не хватает вот таких торговых центров, каких-то парковых зон не хватает также. То есть небольшого развития, да, вот в городе, я думаю, на этот счет не хватает. Город хороший, светлый, красивый, мы его очень любим. Поэтому я считаю, что этот город достоин в тройку лидера войти. Но сейчас только морозы. Больше ничего у нас отрицательного нет. Люди хорошие, положительные. У нас благоустроенный, чистый город. Все хорошо, он не может быть худшим. Лучше, да. Многое делается в городе, многое строится, много жилья вводится. А транспорт, наверное, не самая лучшая тема. Хотели бы, чтобы ваш ребенок продолжал жить в Хабаровске? Нет. Не холодно здесь сильно. Ну, разумеется, есть нюансы какие-то, как и везде. И проблемы с транспортом общественным, пробки бесконечные. Ну и я считаю, что для периферийного города это не то чтобы нормально, но как в наше время уже пора, вполне естественно. Нет, не согласен. Ну потому что несколько лет назад он был на первом месте. Я думаю, что-то тут ошибка какая-то. Это не худший это город. Есть гораздо хуже города. Вот и, ну, Чита, например, ну, у вас по цивильни маленько просто. Работают городские службы, все равно убирают снег и не снег. В Чите тоже более-менее мы стремимся к лучшему. Хабаров чистит Читы. Вы, может быть, даже к нам переедете? Возможно. Мне бы квартиру подарили, я бы переехал с радостью. Такое ощущение, что заключение сделали просто дистанционно, даже не вникая в качество нашей жизни. Они же взяли информацию из открытых источников. Вы приезжайте к нам и посмотрите, как мы живем. Сравнивать с Санкт-Петербургом, с Москвой или с Казанью, конечно, мы не будем в выигрышном положении. Но нам здесь живется неплохо, мы видим, что здесь есть перемены. Нам удобна инфраструктура нашего города. Все доступно, и многие вещи, которые в Москве очень сложно получить, там или в Питере, в том же попасть к юристу, какие-то услуги получить здесь, получить намного проще. И ходить гулять по городу и радоваться. Что может быть лучше?